София Клименко – студентка Самарского государственного медицинского университета. Она впервые приняла участие в параде памяти. Я очень впечатлена, потому что очень масштабно, столько представителей и также техники военной. Очень-очень возникает чувство патриотизма. Мне очень понравилось в целом. Александр Боровский и Владислав Коваленко приехали из города Энгельс, чтобы принять участие в параде памяти. Мы участвуем не первый раз, стараемся поддерживать коллег. Это очень важно всегда в плане воспитания молодежи, чтобы помнили, чтобы забывали. Эмоции, позитивы. Тоже участвуем не первый раз. Катаемся, показываем патриотизм и боремся, как можем. Среди участников парада оказалась Анна Гуляева. Девушка-кадет с гордостью рассказывает, не первый год марширует на главной площади города. Я участвую уже не первый раз и очень довольна данным мероприятием. Оно поднимает патриотический дух у всех участников, да и не только у участников, даже у зрителей. В общем, я очень довольна парадом. Даже погода не смогла испортить эмоции, которые я получила от этого. А вот Павел Алакаев, студент военного учебного центра имени Героя Советского Союза генерала Губанова, в этом году впервые принял участие в параде памяти. Нужно все-таки отдать должное предкам. Ну, мы все максимально отстояли, вот, не жаловались, потому что люди тогда шли сразу на фронт, а благодаря нашей армии сегодняшней мы можем с мирным небом, ну, здесь над головой стоять и отдавать дань уважения тем ребятам, кто тогда в 41-м шел.